Всем здравствуйте! Новость о том, что Анита Цой госпитализирована с коронавирусом в одной из столичных больниц, повергла ее близких в шоковое состояние. Певица тщательно соблюдала самоизоляцию и старалась не выходить из своего загородного дома. Но коронавирусная инфекция не щадит никого. При этом данные о состоянии певицы разнятся. Одни уверяют, что болезнь у певицы протекает в легкой форме. Другие считают, что все не так радостно. В сети появилась информация, что у звезды высокая температура, сильная одышка и слабость. Впрочем, близкие к артистке люди правду о состоянии ее здоровья афишировать не торопятся. «Никакой информации нет», – заявила нам пресс-секретарь певицы Анна Кружель. Между тем, как стало известно, незадолго до попадания в больницу звезда стала соблюдать новую диету, рекомендованную ей корейским доктором. Артистка пересмотрела свой рацион, исключив из него пирожные, шоколад и даже сухофрукты. Кроме того, Цой на треть сократила потребляемые порции. «Я не представляю своей жизни без диет», – еще совсем недавно заявляла звезда, «потому что всегда была пухляшом. В 2005 году я весила аж 120 килограммов. Для организма любое похудение – огромный стресс. И поклонники переживают, что ослабшему от новой диеты организму певицы будет сложнее сражаться с коронавирусом. Нам остается только молиться». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!